Hello and welcome, good fellas. Today's another day in Atomic War. Hello, Yarik Kinnear. So, what have we here? Switch to Bayonet Lisha. Окей. Какой-то откровенной имбы, кроме Лишрака, наверное, нету. Лайфстиллера нет, поэтому можно лордом по жопе играть. ВК нету, поэтому лордом Некрофосом играть не будем. Типа, можно, конечно, зомби попробовать, но... Тут такое 50-50, качнет талант, не качнет талант. Есть Марс. Марса нету, но есть шейкер. Давайте попробуем Бресло. Корову выгулить. Если будет Вангвард, сразу возьмем ему Вангвард. Это понятное дело. Неубиваемая туша. Давайте Скайрос Мага возьмем, чисто чтобы повыигрывать early game. Шестнапка была бы поприятней, но нет. Как там было? Mission Cell. Concussive, потом ульт. Столбок тут будем менять на авторшок культ. Повыигрывали. Нужно взять как Маккор. Давайте чисто Бреслу возьмем просто этот Бладстоунчик. Какой-то бы дэмэдж. Ау, ешь на животе. Тень возьмем. Тут логично. World Alchemic вначале всегда будет сильнее. Лишрачок Кункевич. Ну давайте возьмем. Давай другого. Парлю. Второй Лишакан, второй Бладстоун на роли Шикардос. Так. Тень чуть вперед. Чуть сюда. Сюда. Скай пусть. Суется. Может, поменяем его. Смотри.
Что тут есть, на что бы мы с Кайрос мага поменяли? Какую он у нас функцию выполняет? Он выполняет функцию тупо дать маг дэмэджа. Тут ничего лучше нету, к сожалению. Елочить, очевидно, мы не будем, наверное. У нас уже маг дэмэдж будет давать Лешрак. Пускай мы хотим поменять на что-то такое, типа Виктора Виверна. Феникса поменять или тени на Феникса поменять. Тут можно даже бустер взять или лейдмейл. Я даже бустер или широко возьму. Фениксу суперново первым поставил. Челик без шмоток не дамажит, понятное дело, и не выживает. Можно, конечно, кунку вперед поставить. Кунке роль простая, корабль дать просто, чтобы по всем попало. Давайте мы вот так вот назад чуть поставим. Феникса вот так вот. И все равно дает сразу супернову. Лорда Барра с каким-нибудь шейкером нет уж. Так наши челики будут жить подольше. Мне кажется, под Элдер Тайтон на ульте все подставились. Таким простым, в принципе, образом. Но это будет продолжаться, в принципе, достаточно долго, пока у нас не будет какой-то нормальной шмоточки на жир. Чем хотим в тир-4? Скади хотим, Шиву хотим. Кримсон, кстати, престолбаку тоже можно впилить. Фангвард мы не брали. Месседж. Даггер. На удивление. Кунку надо, наверное, переставить, потому что он что-то поздно дает ульту. Так, теперь вот так, давайте чуть вперед. Кунку тоже чуть вперед. Лешака давайте вообще в бок. Феникса как-то так. Вот так пусть будет. Скай опять не пришей. Но с другой стороны будет когда-нибудь же у нас Super Secret. Может быть в этой игре. Может и не будет, конечно, но такое. Кстати, почти уже гораздо лучше.
давайте чуть-чуть жирку дадим. Шарку не можно, не будем. Можно, но не нужно. Нужен ли нам сильвер? Ну да, наверное. Других кристалл баков вырубать. Будем лечить. Хотя шарт типа для шарку дать. Это можно. Так просто без словак уже гигачат. Ну, такой условный. Да, блин. Шарт еще может прийти. Тир 3 у нас на тир 3. Ну, не самый большой шанс. Потенциально может быть ошибкой. Нет, давайте с полдамши все-таки оставим. Так, будет пару. Теперь он должен поболее. Мы с этим фанатом Максимирона уже когда-то играли. Шикардус. Ничего не нужно. Второй капюшон возьмем. Сори. Прям. Полноценного физкора у нас нету. Я думаю, что все. Чтобы не рулить.
можно вперед его ставить. Возьмем опрор, стиджин возьмем тоже, пока сюда. Поищем магазин. Можно уже кунку подкачивать от третьего такого полукора. Или выгнать скаймагу из какого-то калинкса. Кингс левел нужен. Вот это не уважаю максимально. Зачем типа брать героя, который супер сноубол и все или ничего, пан или пропал, и не играть на нем так. Рики нет. Рики нет. То есть инвизоров нет. Хорошо. Скорпаш нету, да? Да. Туда не нужен ни скади, ни... Ничего, короче, не нужно. Просится, давайте возьмем все-таки. Просто так просится. Второй шорт возьмем кунки. Тут мы хотим, наверное, раз, два, три, четыре. Все четыре возьмем. Или три и пароль. Чуть-чуть. Три без призма, очевидно. Или вообще алебарду призма. Алебарду тоже можно. Оксимирона, извини. Что тут за кор? Герокоптер. Тут. Тут тоже герокоптер. Типа будет, наверное, когда-то. Турса. Тут тролль. А давайте возьмем вторую алебарду. Продавать, к сожалению, пока гонима нету. Тонки. Вот так вот, химос. Давайте. Давайте кунки дадим.
Ты не столько дамеджа, что можно было выдавать ей это. И сатаник. Без сатаника гирокоптер совсем не то. Про рукунки есть, поэтому можем так можем продать так. Сюда вместо этого второе гоним. Можно прислу дать, но у него и так все хорошо, мне кажется. Типа вместо алебарда. Но мне кажется, что не надо. Второй сатаник или диск. Еще один сатаник возьму. Кому только. Бристлбэк. У меня стоит тема. Ну, давайте так. Точно сюда. Феникс, в принципе, живет. Хорошо. Чтобы Феникс точно жил. Почему надо, чтобы Феникс точно жил? Чтобы он раздавал от ауры. Вот эту, ну, вот эту ауру, короче, раздавал. На Бристлбэк. Нужен ли нам еще один аганим? Наверное, нет. Так, смотрим. Автошок станет на 1.5 секунды. Кулдаун 2 секунды. Кулдаун 1 секунда. То есть аганим можно дать. Все так. Без цели фыркал. И просто типа... Стан не выпускал. Тайвера у нас еще нет. Давайте. Рефреш можно кун кидать. Скайл. Давайте возьмем. Может быть. Уже не так важно. Прор второй пришел. Можно дать кому-нибудь. Давайте Феникс чуть подальше, чтобы по ней фокусировать.
Сколько хватит аман на всю эту дичь? Не хватает. Давайте вместо сатаника Мирошилд. Все равно не хватает. Да. Ну ладно, хекс дадим ему в следующем. Слушайте. Ой, шикардос, такой видосик. Спасибо за просмотр. Давайте посмотрим, кто сколько тут надамажил. Брестлубок в лейте, понятно. Больше всего дамажа нанес. А если по статистике... Как ни странно, всех передамажили от этих разоров модных, которые, ну, тоже типа разор через Magic. Хотя тут не было ни книжки, ни рефрешера. Академия интересно, он съел. Был вообще в лобби Академии. Ну, в смысле, Blessing. Сейчас не посмотришь. Окей. Ну, ладно. Не, Блэссинга точно не было, поэтому я шарта запереварил. Хорошо, спасибо еще раз всем. До новых встреч.